Привет, меня зовут Снежка, и я вам расскажу о посылке, которую мне прислала Санкроу. Вот она выглядела в этой коробочке, голубого цвета. В этой коробочке был вот такой кондиционер с запахом папайи из Орифлейма. И здесь целых 12 миллилитров. Мне кажется, он стоил где-то 90-100 рублей. Там был вот такой зайка. Он поет, но он долго поет, так что я вам ее не покажу. Песенка это или сказка, или стих, но он чуть длинный. Следующий там была вот такая книжка. Брат с потрясной историей. Внутри черно-белая, и здесь рисовки вот такие. Следующие вот такие духи из Франции. Beautiful Girl. Вот такие прозрачная коробочка, здесь 55 миллилитров, вот, если вам видно. Запах у них цветов, я заметила, или цветов, или бризга. Следующая вот такая коробочка, и в ней вот такой, вот такие эти, ну, тени для век. Сиреневые переливаются зелено-желтым цветом. Я их сейчас не буду открывать, если я их просыплю. Это будет нехорошо. Следующий вот такой браслет. Здесь вот позолоченный. И здесь квадратики золотые. Следующее я вам покажу. Это заколка розовая. Да. Еще у меня заколка вот здесь. Она на голове. Мне показалось ее одеть. И она будет удобна. Здесь непонятно какой-то тигр. Вам покажется это кошечка. Ну вот, это тигр. Так, следующий я вам сейчас открою коробку. Там еще есть. И здесь еще у нас серьги. Вот такие же шар сливового такого среднего цвета. Буду носить. Мыло Oriflame Discoil апельсинового запаха. Я не открывала, но открою, когда закончится то мыло. Следующее это браслет голубой. Он сейчас не подходит к моему стилю. У меня сейчас стиль, а нет, хотя он подходит к этому. Ладно, оставлю, пускай будет у всех меня. Следующее это вот такая, типа, ну, типа, тоже браслета. Только здесь уже квадраты шара, если вам видно, вот. Ага, мне видно. Прекрасно. Положу-ка, чтобы потом это не потерять все. Так, следующий это вот такой бальзам. Oriflame Tender Car Protecting Balm. Ну, бальзам для губ. Запах ванили. Ну, вот, если вы не видели, вот так это все выглядит. И вот такой знак. Вот. Следующее это румяна Mia Morning Sun. Там открывается вот такая штучка. Здесь зеркало и кисточка. Вот. Следующее это лак голубой. Эти Nail Enamel номер 31. Следующий это вот такая заколка. Бантик. Но вот такой под цепочки. Следующий вот такой крем Oriflame Fetch Up для ног. 12 миллилитров. Да. Следующие вот такие маленькие штучки. Ой, что-то упало. Ладно, не будем уж поднимать. Это вот такой значок. Hello Kitty. И вот такая подвеска. Немного запуталась почему-то. Сейчас попробую распутать вам, чтобы было видно всю подвеску. У меня получилось распутать. И вот, вот такая подвеска с дельфинчиком. И дельфинчик держит жемчужину,
а на дельфинчике камешки. Очень красиво, мило, мне нравится. На этом все, мои дорогие. Я вам показала всю посылку от Suncrow. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставите лайк, подписывайтесь, мне очень будет приятно. И да, присылайте мне подписки, посылки, или я на своей странице я объявлю свой почтовый адрес и присылайте мне посылки. Всем удачи, будьте такими же позитивными, креативными. Удачи!